День народного единства – российский государственный праздник. Отмечается он с 2005 года каждый 4 ноября. Ну а поскольку праздник достаточно молодой, всего 13 лет ему, сегодня попробуем узнать у жителей нашего города, что они про него знают. Ну, возможно, в честь того, что как бы Россия у нас многонациональная страна, и множество народов проживает на территории нашей страны, и все мы должны как бы друг друга понимать. Ну, будем надеяться, что кто-нибудь нам сейчас откроет истину, чем же занимались Минин и Пожарский. Ну, это революционеры. Герои наши национальные. Кто такой Минин и Пожарский? Эти два замечательных человека. Эти люди, которым есть памятник в Москве. Так. На Красной площади. Отлично. В честь какого исторического события 4 ноября у нас государственный праздник, выходной день, на минуточку? Ну, в честь события, в честь победы, в честь того, что поляков выгнали из Москвы и сделало это народное ополчение. Кто руководил ополчением? Пожарский и Минин. А кто это были? Это были наши два национальных героя. Минин был посадским человеком, а Пожарский был полководцем. Как нам удалось выяснить про праздник 4 ноября, жители нашего города в курсе. Отдыхать будут. Но вот историческую составляющую этой знаменательной даты знают не все. Лишь два человека смогли ответить, куда и зачем шли Минин и Пожарский. А кое-кто предположил, что они были революционерами. Для вас вопросы про праздник задавали Кирилл Васинин и Артемий Глазков.